Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скиф, и у нас Assassin's Creed сегодня. И нам надо провести расследование. Уже все точки открыты, обзора. Всех граждан, так сказать, спас. Теперь нужно расследовать. Так. Где тут у нас этот лук? Я не помню, кстати, что лук означает. Агента тоже какого-то помочь надо. Так, там нет. До дороги нету. Так, прыгаем тогда сюда. Допрыгнешь, молодец. Зачем вообще вести себя так? Да точно. Ага. Как я и говорил, это есть никто иной, как. Ну, слезь. Как хорошо, что ты пришел, брат. Мне пригодился бы твой клинок. Тут в последнее время стало слишком много лучников. Они мне мешают. Убей их. Всех до единого, и я смогу помочь тебе в деле с этим безумным доктором. Напомни, тебя не должны заметить, иначе они поднимут тревогу и придется скрыться, а затем начинать все сначала. Да ты что? Так, не должны заметить, да? Я же ассасин. Меня по-любому никто не должен заметить. Так. Ну что ты делаешь? Чё он сел? Минус один. А ты переживал. Где второй? Ух ты. Ядовитые слова сходят ростками смущения. Если вас искушают, готов? Хорош. Спросите совета у Бога. Сразу видно, профессионал. Не дать, не взять. Ну давай, прыгай. Оставайтесь крепкими в вере. Дорога длинна, и вас ждет. Ой, я, наверное, не с той стороны. Но Бог. Такое бывает. И ведет к победе. Не бойтесь. Сперва и сомнение. Вот оружие наших врагов. Давай, прыгай. Там невысоко. Прекрасная работа, Альтаир. Теперь, когда лучники убиты, я смогу заняться своим делом. Вот, держи. Это заказ на работы в госпитале Гарнье. Возможно, ты найдешь ему применение. Так, лучшая карта, на которой показаны канделябры и пациенты в крепости. Я очень рад. Канделябры. Так, задание информатора, флаги. Придется побегать. С каким миром? Дружище. С миром, говорит. Так, где тут нам пройти можно? Давай, 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 полез, Альтаир, время. Время тикает. Так, вон он стоит. Хотел сказать сидит, но ведь он же стоит. Оп. О, Альтаир, какая встреча. Помнишь меня? Нет? Мы в одно время обучались нашему ремеслу. Все еще никак не вспомнишь? Ну да ладно. Аль-Муалим поручил мне задание, выполнить которое будет честью для меня. Я устрою тебе испытание. Здесь повсюду спрятаны флаги. Найди их и вернись ко мне. И поторопись. Даже думать не хочу о том, что старик велел помочь тебе, если ты совсем справишься. Так, в какую сторону? Пожалуйста, господин, подайте. Вон. Ты это видел? Так, где дальше? Так необычно. Оно все просто, главное, как это говорится, не перепутать. Ну, типа вот так, как я только что. Он должен прекратить. Что это делает этот глупец? Давай, погнал, Альтаир, время. Фу, ну ты иногда себя ведешь, конечно, не очень хорошо. Паршивенько, я бы сказал.
Достал. Что за дура? Так, одну секундочку. Так, погнали. Ну и куда мне дальше? Дыщ. Зачем она это делает? Короче, не успел я. Оп. Оп. Он должен прекратить это ребячество. Блин, а я на паузу не нажал, да? Остановился просто. И телефон смотрю. Ну, молодец. Может, этому безумию есть. Давай, объяснение? Давай, поднимайся. Сейчас еще и успеем. У него действительно есть повод так себя бесить. Я хочу есть. Я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Ну, забирай. Моя семья на краю гибели. Подайте хоть немного. Он должен прекратить это ребячество. Моя семья на краю гибели. Ты вернулся. Красавчик. Не то, чтобы я изменила тебе свое мнение, но слово Аль-Муалима – закон. Вот твое следующее задание. Гарнье скрывается в крепости госпитальеров. Пробраться туда непросто. Потребуется смекалка. Приступай. Я тебя услышал. Так, погнали дальше, да? Куда нам? Кого-то подслушать. Ого, далеко бежать. Всем нужны деньги. Начались вот эти чуваки, как я их ненавижу. Почему он несется как угорелый? Работа у меня такая, бегать как угорелый. Подайте хоть чуть-чуть. Точно убьет кого-нибудь. О, прости. Интересно, куда это? В следующий раз так и сделаю. Да и далеко ли бежать? Прочь, попрошайка. Я не попрошайка. Он, видно, опаздывает. Я хочу есть. Я так голодна. Подайте хоть Ну, что ты не раздвигаешься во весь рост? Ну, что я вам не могу поподслушивать вас? А, сядьте на скамейку, окей. Слышал про Алина? Лучник, что патрулирует восточное крыло? У этого бедняги брат поймал стрелу в горло. Боюсь, он и ночи не протянет. Как Алин вообще может сейчас работать? Он часто ходит к брату. Я прикрываю его, когда могу. Но сейчас ты не там. Нет, есть семейные дела, которыми надо заняться. Будем надеяться, доктор не узнает о его отсутствии. Не узнает, если ты не проболтаешься. Не бойся, я буду держать рот на замке. Знаем мы ваш рот на замке. Так, часть стражников на крыше оставила патрули. Окей. Так, теперь идем к следующему информатору. Так, теперь идем к следующему информатору. У него задание на убийство какое-то. Ну, пойдем. Так, отойди. Подайте хоть чуть-чуть. Нет у меня ничего. Альтаир, он преследует меня. Сначала расправится со мной, а потом с моей женой и детьми. Ты пришел меня прикончить? Горе-то какое. Похоже, Аль-Муалим все же добрее, чем я думал. Ты мне поможешь? За мной охотится один рыцарь из ордена госпитальеров.
Если бы ты убил его, то оказал бы своему товарищу огромную услугу. Я был в Акре с тех самых пор, как типа крестоносцы осадили город. И за помощь могу поделиться с тобой важной информацией. Так, уничтожьте все цели и возвращайтесь к информатору. Так, уничтожьте все цели, окей. Я ж думал, у меня времени нету ограниченного. Все цели целых одну. Девушка, девушка, пожалуйста, отвянь. Вот эта цель. Возьми, пожалуйста, меч нормальный, Альтаир. Ты что делаешь? А ну прикончи его. Возьми меч, сказал. Да блин, Альтаир, ну ты даешь. И зарезал его сразу же. Чик, чик, чик. Все, красавчик. Странно, но я его подрезал. Никто не заметил. Или все сделали вид, что никто не заметил. А, еще есть цели. Вот блин. А, тройка меч. Ладно. Или это было не цель? А кто его знает? Он так быстро начал приближаться, походу это не цель была. Не моя, во всяком случае. Оп! Возвращайтесь к информатору. Побежал. Плохо, что у него нечего залутать. Шлем взять там, к примеру, потом его где-то продать. Все кончено. Он да. Мертв. Да. Я так и тебе есть. Благодарен. Короче, вот что мне известно о гроссмейстере госпитальеров Гарнье де Наплузе. Он позволяет своим пациентам свободно расхаживать по крепости. В его рабочую комнату запрещено входить всем, кроме учеников, а крыши крепости охраняются лучниками. Надеюсь, это поможет тебе отправить Гарнье в ад. Особенно то, что пациенты расхаживают как хотят. Кроме ученых и солдат. Никому нельзя заходить в крепость. Так, хорошо. Что у нас тут еще? Две цели осталось. Допрос. Не самая моя любимая тема, но погнали. Он должен прекратить это ребячество. Какое ребячество? Чистый профессионализм. Оп. Ух ты ж, как упал немножко. Самую малость. Давай, хватайся. Что это с ним приключилось? Смотри-ка, что он делает? А, вон туда где-то. Гарнье де Наплуз хороший человек. Он желает лишь добра. Он не изменит данным клятве служить и защищать. Скоро, друзья мои, скоро добрый лекарь займется вами. Будьте терпеливы, не упускайте надежды. Он один, а нуждающихся так много. Он работает, не покладая рук, и это занимает немало времени. И сил. Допрос. Короче, набить ему морду и допросить. Ну, допустим. Ну, зачем ты это сделала? Сама же уронила. Я тут вообще ни при чем. Так, давай какой-то укромный уголок. Уходи. Ружбанчик. Отцепись. Всего пару монет. Мне нужны деньги. Бедные головы. Это твоя последняя ошибка. По лицу. Не.
Смилуйся. Смилуйся. Я сделаю все, что ты хочешь. Ты служишь Гарнье? Он заставляет меня делать это. Чтобы люди не бунтовали, чтобы верили в него и желали его помощи. Скажи мне все, что ты о нем знаешь. Да, конечно. Я знаю, что там внутри. Интересно, вот этот нож не выпадает вот так, рукоятью вниз висит. Ранеными они не входят. Они ими становятся в его руках. Только когда начинается боль. Он не врач. Он дикий больной человек. Я не знаю, что он там делает. Но они так кричат. Это надо прекратить, пока он не погубил еще больше людей. Да ты что? Остановишь его? Поэтому ты еще жив. Он осторожен. Нужно выбрать подходящий момент. Когда он занимается пациентами, то не замечает ничего вокруг. Забывается в работе. Вот тогда и атакуй. Благодарю за информацию. Ты отпустишь меня? Если б я мог. Если б я мог. Вот. Я не хотел. Чисто случайно. Давай, уходи отсюда, Альтаир. Сюда! Так, осматривая своих пациентов, Гарн полностью отрешается от окружающего мира. Тебе не убежать! Ну вот зачем мне вот это было такое проклятие? А теперь мне не убежать. Где же ты? Вот он! А сюда ты нельзя, не да? Эх ты! Поймаю тебя! Я найду тебя! Клянусь! Я его вижу! Зачем ты меня видишь? Где ты прячешься? Оп! Беги отсюда! Черт! Он удрал! Давай! Кыш-кыш-кыш! Реактивация! Ничего себе, он прыгает! Так, короче, мне теперь сюда на последнее. Кража. Окей. Последнее задание. Чё это стал так? Оп. Оп. Слез. Хорош. Так, давайте перескать, кого нам тут красть. Какого черта тебе надо? Не-не-не-не-не, даже не думай, что мне какого-то черта надо. Мне надо как-то внутрь пройти. Что заставляет его делать это? Тебе нельзя сюда. Да я и не иду. Так, короче, в рынок надо вовнутрь пробраться. Или на рынок. С этой стороны тоже охрана? Конечно. Так. От кого он убегает? Думай, вспоминай. Мне нужны деньги. Всем нужны деньги, дорогуша. Да слезь ты вниз, Альтаир. Он издевается надо мной. Так, я не понял, как внутрь попасть. Если вы устали от некачественных товаров, все ко мне. Мой товар. Зачем он это делает? Где тут дырка есть? Че, только пробиваться? Что-то я не понял. Ты это видел? Типа там охрана, да? Че, мне никто не поможет пройти? Где мои вот эти все спасенные? Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Уйди. Моя семья на краю гибели. Подайте хоть немного. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Это заметил. Господин, подай. Отойди. Я хочу. Я тебе конец. Тебе не убежать. А ну убей их. Это добро. Ну-ну-ну, не надо мне в спину. Он хочет работать с нами. Не. Я
убей. Что значит пощади, умоляю? Что это? Похоже, кому-то надоело жить. Похоже, так и есть. Ну что у тебя? Хлам. У него не было ни монеты, только какой-то идиотский тубус. Я нашел только этот кусок бумаги с каракулями. Это не каракули, а слова и буквы. Зачем носить слова и буквы в тубусе? Не говори. Глупость. Может, что-то важное? Дай-ка взглянуть. Как в прошлый раз, да? Я не дам тебе его украсть. Какой же ты дурак. Ну, удачи тебе с ним. Как в прошлый раз. Какой-то калеч. Проходи давай мимо, не задерживайся. Оп, красавчик. Украл и не заметил. Связь Горнея еще двух человек. А я его могу прочитать? Конечно же не могу. Очень нужна информация о связи Горнье и еще двух человек. Че, лоханулся, дружбанчик? Так, ладно, ребята, на этом серию заканчиваем. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.